Двухметровий діапазон, 144 МГц. Длина траверси 8 метрів. Усиление антенны 14,5 дБ. На такой антенне можно спокойно работать через Луну, имея хороший предусилитель, провести порядка 150-200 корреспондентов. Усиление антенны позволяет. Антенна выполнена с изолированными элементами. Как видите, она даже стоит без оттяжек. Хорошая труба и почти не провисает. Ну, конечно, будет подтянута оттяжками. Четыре такие антенны позволят работать через Луну порядка до, наверное, до 1000 корреспондентов можно набрать на такой четырех антеннах при даже горизонтальной поляризации. Она очень легкая, компактная, разбирается на несколько частей и хорошо комплектуется четверкой или другие. Можно эти антенны делать или горизонтальной, или вертикальной поляризацией. Активник, разрезной вибратор. Вибратор активный у нас элемент и согласовывается с помощью трансформатора кабеля. Значит, активный элемент разрезной вибратор имеет 28 Ом сопротивления. Чтобы его согласовать с 50-омным кабелем, стоит два такой трансформатор кабельный в параллель два кабеля по 75 Ом. По четвертьволновые отрезки. Они предварительно, этот трансформатор настраивается. Затем после всего заливается палочками или эпоксидной смолой. Как угодно сделать, и так. Разъем 50 Ом, да? Разъем 50 Ом, да, такие серпотребовские, в общем-то, разъемы. Они для этой частоте еще, в общем-то, еще неплохо работают. Активник сделан в оргстекле, но можно это делать в зависимости от способностей того и возможностей того иного радиолюбителя делать уже будет просто на стеклотекстовые планочки или как-то делать. Ну, желательно такое. Здесь потом они тоже заливаются и гидроизоляция получается. Угу. Вот сюда заливается. Эпоксидную смолу или... Не, ну лучше, конечно, эти палочки, они проще, которые, ну, полиэтиленовые, ага. Которые... Можно сейчас их показать, как они есть. Так что такой вариант. Антенна очень хорошо работает, но, конечно, длинная, большая, зато эффектная. Одна таких сейчас самых эффектных антенн по простоте изготовления и по качеству работы, потому что на таких антеннах спокойно можно работать уже через мой. О том говорит, что качество антенны солидное. Здесь она, крепление посередине, в центре тяжести. Крепление уже переходит на траверс, с траверса на саму мачту. Сделаны обыкновенные болты, в общем, ничего сложного, и пластина. Сделан такой вариант. Антенна разбирается на 4 части, легко пакуется, можно сделать все меньше, чтобы ее там в багажнике автомобиля. Для полевых условий, да? Да, для полевых условий. Это, конечно, для домашнего варианта лучше, чтобы было меньше этих согласов, меньше, чтобы было стыковочных узлов, для жестче. Вот такой вариант.